Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей игры за Кри в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Кроме того, напомню, что спонсоры видят все серии сразу во вкладке «Сообщество». Приятного вам продолжения просмотра. Я ж с тобой воюю, я убил у тебя квадриллион. У Бразилия, да, у города Бразилия. Блин, ты видел, Финики, что сейчас случилось? Просто. Чё там, я пропустил? У меня город, блин. Кастрировали мне город. Финики, давай ты не будешь ко мне шпионов сажать. Да я техи побровать. Так я ж вообще даже не... А, я второй. Ну, все равно, смотрите, больше науки у Индонезии и у Турции. Да и у тебя тоже больше науки. Это все ложь. Да, мы это, игнорируем всякие сообщения. Любителей поубивать невинных бразильцев. Ты свой авторитет потерял в международном сообществе. Только это надо все говорить без улыбки, чтобы это серьезно воспринималось. Это мы игнорируем это сообщение, которое убивает невинных бразильцев. Осман, там предложение. Так. Испанец, а у тебя есть флот? Просто я каперы построил, целых две штуки. Я потратил на это 10 ходов. Ой, 5 ходов. Топ игроки там где-то? Да. Блин, ну за что нам мой город сейчас налетел? У меня вообще мега-извержение свалило. Оно мне два кампуса поломало. Ну ты подселил меня, смотри, как сильно. Меня подселил, а вот там еще подселил. Я предлагаю убить испанца, как вы. Я согласен. Я тоже смотрю на его города. Я тоже согласен. Смотри, детка, все против тебя просто. Просто от опыта сразу. Испанца не трогать. Не надо. Я сам хочу захватить просто. О, я вижу, сколько уже фрегатиков у Финики. Блин, не успел этот город развивать никак. Так, здесь тоже надо ускорить. Я не могу апгрейдить. Куда поплыли арбалеты? Я не знаю, что с ними случилось. Но я не куда-то апгрейдить их. Вообще, за Кри приятно союзы иметь, в том плане, что заключил союз, и финикийц тебе всю карту открывает, а ты сиди тут воюй, не парься по поводу исследования.
короче, понял там. Соло, вот написано Жирейрос. Улучшить от фрегат. Ну, конечно, от фрегатов нет, они конечно, улучшаются. Это лучше. Нет, тебе нужно фрегаты открыть просто. Ты не, можешь через квадриремы улучшить в минус... Ты хотел квадриремы улучшить, да? Да. Ты не можешь улучшать, пропуская юнит, если он у тебя не открыт. То есть, например, из копейщика нельзя улучшить в ПТ команду, если у тебя не открыты пикинеры, предположим. Понятно. Нельзя улучшить из всадника в вертолет, если у тебя не открыты кавалерия. Ну, правда, это такое невозможно в принципе, потому что там вертолет без кавалерии не откроется. Ну, как вот просто пример. Ну чё, может, сдашься уже, нет? Давай, приплывай. Город есть один, тебя ждет. Даже два. Больно бьёшься. О, не. Три. Я, пожалуй, пойду. А что там, Джирайс уже? Не, просто каравелла об город три урона наносит. Как ты хотел, все легко. Ну, предыдущие города как-то забрались. Тут я апгрейдил стены просто. Вот ты какой. Хитрожук. Так, мне надо карточку наемников следующим ходом апнуть этих ребят в Лёш, сделка. В как их в бомбарды. Этого апнуть. Еще одна сделка. Ответная, глянь. Нельзя что-то строить в этом долбанном городе. Библиотека завершена. Давайте развлекательный починим. Верфь. Рынок. Верфь. Засуха. Питок кахана пивине. Чего? Ну засуху где-то. Да, есть. В непроизносимом городе. Немножко суховато. Так, ставим наемников. Ну, скидка на улучшение.
что-то там хотел. Так, как больно эта хрень по Гонконгу бьет? Нормально, кстати. Давайте убью этого. Раз, два, три. Должен в следующем ходу, наверное, Гонконг взять, я думаю. Давайте сплаваем, рыбу обработаем пока. Пошли в индустриализацию. Буэнос-Айрес что хочет торговать? Кстати, а давайте я стану его. Не понял, может, Буэнос-Айрес счастье дает кучу. Походу, да. Да, за каждый тип ресурсов. Нормально. Миссионером своим. Нормально. Да я чуть-чуть. Да, ну да вообще не чуть-чуть. Да. Ну там один заряд. Все. Нормально я же общались, чуваки. Ладно, дальше. В Стамбул нет, в Акко. Проложим все. Все. Финикию. Слушай, бразилец, не ходи на последних секундах, пожалуйста. Выйди посиди там. Так, у нас же ничего не забанило, верно? Да, ничего. А что ты хочешь, венецианочку построить? Геликарнас уже построили, так, на всякий случай. Держу в курсе. Какая там венецианка? К чему присоединяться? Да нет, зачем мне кушать маленькую рыбу? Я сразу щук начну. Типа с Турции, что ли? Посмотрю сейчас. Так, Гонконг. Что, еще не захватывается? Нет. Знаете, я тут встану. Больше всех науки у Дидона. Потому что у него ученый. Городов. Соседство. У меня нет еще ни одной промышленной. Давайте, может, культуру и науку от торговых путей попробуем. Ладно, я присоединюсь, если ты так настаиваешь. 177, ну пока более-менее. Я думаю, никто не против будет, если я корду заберу и более дарить.
Я против. Ну... Слушай... Ну если только ты... Нет, давай так, ты один сожжёшь какой-нибудь, один... Или я сожгу корду впервые. Ну, хочешь тогда, живая ожидание. Один забирай там, на выбор, давай. Один... А буду другой лапнуть надо, конечно, эту. Так, запретный город готов. Шпионы давайте строить. Надо карточку, конечно, на шпионов поставить, но пока можно вместо олигархического, кстати. Я не знаю, почему он каравеллы обстреливает. Не понимаю я этого. Хочет так не убить, хотя тут, конечно, важнее... Кстати, я не знаю, я смогу стрелять? Потопил. Блин, я тут такое увидел, что мне уже все неинтересно. Ну, то есть я кордов забираю с валидолидом? Ну нет, ну и что ж такого там интересного увидел? Блин, тебе скажу, тебе тоже захочется. Там промелькнуло кого-то анархии. Да, в Бразилии произошел государственный переворот. Джерайсы все-таки не отбились? Да он не купил ни одного. Вот это поворот. В общем, я вовремя успел, я так понял. То есть, если бы не я, то меня бы, да, бразилец? Правильно? Да не факт. А кого? Господи, такая территория тут, а я тут плю, тут сижу. Я мог это не заметить. Что, тебе есть где поселиться? Ну, там, блин, тундра, конечно, но там просто килик стоит такой, шикарный. Что там послы, по-моему, да? 100 золота и 2 посла, нормально. Блин, я ход пропустил, я мог Гонконг захватить. Нет. Блин. Да, вот это я пропустил, конечно. Я могу, конечно, и Гонконг не взять. Блин, главное не забыть следующим ходом-то Гонконг захватить. Пока никуда не отправляем послов. Держим.
я... Сколько он тут вообще так? Надо забрать эти руинки. Сколько ходов я не успевал там походить этим парнем. Это как-то кор добавим, очень медленно падает. Да у него там флот оказывается, я думаю. Еще одна нефть. Надо обстрелять. Ну, он убьет мне эту, ну, надо обстрелять. Нет селитры, зато есть вообще много нефти. Нет. Катапульта там выжила даже. Стреляет. Не тем походил. Ладно, я в Рио-де-Жанейро. О, господи, у меня 6258 денег. Херасе. А я и не заметил. Так, ну что, Гонконг умрет. Наконец-то. Так, возвращаемся тут. Оливки. Гонконг сохраняем. Мастерскую строим. To be or not to be. Отправим в Финикию. Рио-де-Жанейро. Конюшни. У меня в городе стоит еще квадрирема. Как мне ее выбрать? Я не могу, блин, там куча этих учеб. Нажимай просто на центр города несколько раз. Получилось? Выбирается ученый. Ну хорошо, выбери любой другой юнит, нажми на, не, на его название и там выбери трирему. Трицверы. А, мне не надо ничего покупать, мне что-то каравеллы. Ну, каравеллами все захватывается. Может вообще сохранить этого парня? О, форталеза начала отваливаться. Да, Полимбанк действительно красиво стоит. Ну, да.
Кому-нибудь хлопок и оливки нужны в продажу, гляньте. Продаю. Упала бы карточка. Ужас, ужас. Что творится? Блин, ну Палентан так рискует, если честно. Да дайте мне ударить, что-то вы слабенькие. Дайте мне кордову. Заберу. Разрешите мне кордову забрать или как? Бразилия. Да, забирай. Может сдашься. Может сдашься. Мне больше не надо. Первый универ готов. То есть можно уже отправлять, чтобы с универа шло. Как Хатус и Вавилон, да? Ты до сих пор с бразильцем был? Ну да. Что он там такого настроил, что не можешь... Да у него города на победе, там, сухопутные, понимаешь? На суше. Вы-то вон все сейчас заберете у испанцев, потому что у него все морское. Какие сухопутные? Порталеза. У меня три города. Порталеза, Ресифе. Так морские я и взял, господи. Театральная. Может, кампус лучше? О, тут уголь. Давайте вот здесь кампус поставим. А что, Форталеза отваливается? Все, нет, уже не будет отваливаться. Что, Форталеза-то отваливается? Уже не отваливается. А у меня видно, что отваливается. Ну нажми на восьмерочку, ну. Какие-то юниты тоже построить. Так, во-первых, лошадок перебрасываем сюда. Во-вторых, эти все можно на автомат ставить.
вам помочь. Там мне дальше. В Гонконге ремонт. Ремонт. Я вижу еще один хороший город. Какой тебе еще хороший город? Город. Картахена. А, ну его я даже не развил. Прошу брать. Там, наверное, турок будет против. Да, буду. Ну ладно, тогда на ближайшие 10 ходов. Давайте купим. Турок, а что ты в столице-то забыл? Строителя. Мадрида. А, что? Кого поменял? Я говорю, что ты забыл? Грабишь, что ли, там все? Ну, у меня аж хаперы, конечно. 250 голды создавал пастбище, что думаешь? Под карточкой, да? Да. Я хочу этот юнит купить. Какой-нибудь. Какой посильнее. Летучий отряд 44, рыцари 48. Вот тут ближайшее. Это может в авиацию пойдем. А, у нас тут кавалерия скоро, да? 20 единиц селитра нет, у меня столько нету. Тогда давайте летучий отряд купим. Да, долго мы бразильцы пилили. Что у вас по счету? Ну, тут японец первый. Внезапно. Интересно, почему? Бразилец, а что ты на Сан-Франциско на этой реке ничего не поставил? Смотри, какие там клетки. Какие? Какая разница, какие клетки? Надо ставить. Вильнюс. В Вильнюс надо отправить послов, кстати. Несомненно. Так, вот я хочу... Где-то промышленную зону я хочу поставить. Вопрос где? Блин, а чё я сюда ушёл? Твой рубить надо было, блин. Так, здесь мы вигвам. Так, ладно. Я тут камень вырублю. Здесь вигвам, здесь вигвам. Ладно, надо вырубать все равно. Вернусь обратно, блин. Может, все-таки я Картахену заберу себе? Ну. Ты не дедона. А, блин. Как ты ее собрался? Как ты ее собрался? Она не отпадет. Я в золотом веке сейчас буду. Губернатор посадишь. Я просто спросил, как бы я готов идти на мировую. Мне кажется, Картахена мне, а там как вы беретесь город с Дидоной. Блин. Давайте мне хоть голову. Картахена, это прям мои границы, понимаешь? Ну хорошо, давай. 200 голды, она твоя. Начинается слово.
Ой, бля, я сейчас захочу. Ну всего лишь 200 голды. Я забываю, где находится Турция вообще. Да ладно, я пошутил. Я поплыву. Так, а где ж мне тут аэропорты строить против Финикии, если чё? Ну и вопрос, конечно, в алюминии, как всегда. Будет ли алюминий? Тёмный век. Пульс паровой машины. Никто ничем поторговать там не хочет. У меня куча всего, посмотри, если что-то надо, то готов торгануть. То готов торгануть. Алло. Вот так. Вот это серьезно. Так, давайте пересадим сюда Виктора, во-первых. Во-вторых, монумент отремонтируем. Не, ну это совсем не круто. В-третьих, купим юнит. Еще алюминия нет. Больно и печально. Все. Проблему с лояльностью решили. Алюминия у меня нет. Я тут хотел промышленную зону строить, а тут появился уголь, блин. Ну и где ставить? Блин. На то у Лёши он. Готов торговать. Ладно, придется тут. Надо уголь обработать. Опять купим строителя. Фабрику купим. И купим угольную электростанцию. Знаешь, угля нету пока, но вот он сейчас будет уже. Может, она тут турка где-нибудь есть. Лёш, а чё ты тут вот ты заспал? А, это я Бразилию забирал. А это сейчас. Ну, я понял. Это на автомате я поставил исследовать территорию просто. Ну чё, финикийцы, я предлагаю нам это разделить мир на две половины. Твоя правая, моя левая. Там где-нибудь встретимся. Чё можно устроить? Было бы желание. Не знаю, ну за себя проголосую. Ой. Дополнительно. За что голосуем? Я за китов. Блин, странное дело. Сальвадор де Байе не отваливался по лояльности. Я сейчас вышел в темный век, он стал отваливаться по лояльности, причем очень серьезно. При том, что бразилец тоже не в темном, тоже в темном веке. Это нормально?
нормально. Киты, блин. Задание города Вавилона выполнено. Так, кстати, там надо будет что-нибудь делать с религией. Японцы убивают. Чего? Ну а то вдруг победит. Один. Может, Магнуса пересадить обратно? Хотя я тут тоже построю. Нет, соло, алюминия у меня тоже нет. Как угля. Да, Турок, ты, конечно, четко приплыл в Барселону без юнитов дальнего боя. На тебе я помогу. Да я не собирался вообще ничего играть в Гиде. Естественно, просто объявил войну. В смысле? Я просто пошел и ограбил все побережье, которое было. О, создает реликвию. Кстати, а у меня работает? Может, этот полководец сейчас не работает? Античности и средневековья. А это уже явно бомбарда-то возрождения. О. Поэтому зря я ее использую. Можно, кстати, уровень дать. Сильно Сальвадор-то отваливается, да, ё-моё, а чё так? Реально, чё так быстро? Да, иди. Кронстоль на следующий ход падает. Да, да, детка. Никто не возражает, я думаю. Спасибо за игру. Спасибо за игру. А кого ты там пилить-то собрался? Я не знаю, ты можешь захватить как бы Лёшу, а я там поеду на тур. Ну, либо можем упороться, просто я в тебя поеду. Такой вот нам зачем? Там будет давний союз. Да, Соло что-то постоянно в кого-то въехать хочет. Ну, просто тут надо определяться, как бы уже там, второй ход. Там надо или улетать, или оставаться на месте. Вообще, лидер, как ни странно, японец. Что-то для меня неожиданно. Просто в самолеты вышел, да и все. Без алюминия они тебе особого толку не дадут. Сейчас узнаем, будет алюминий. Ну, ты, если что, скажи там быстро. Есть у тебя там, нет? Мы люди добрые. О, плюс 6 лояльности как раз. А, ну только гавань нужна, правда. Ну, вот в Форталезе есть гавань. Я думаю, что мы его как раз в Форталезу перебросим. Чё, открыли строительную инженерию, да?
естественную историю. Так, турок, я, наверное, передумал. Наверное, города я все-таки возьму. Это не вообще все это умерло. Третья игра, я без стратегических ресурсов все же не важно. Пангея, у меня вот такая же беда. Просто 10 городов, ни угля, ни алюминия. Селитра и то в городе захвачены. Не понял, а что так больно-то? Потому что последний город. Что последний город? И ты до сих пор не вышел в Джирайсе? 5 ходов. Так у него нету где их строить. Все. Все. А, все. Тогда ГГ. Одного Тева не хватило для кругосветки. Не, серьезно, я не понял, почему так больно арбалет убил. Ну ладно. Я, короче, пошел в поисках. В поисках селитры. Поиск. Эврику мобилизации нужно 3 корпуса наземных, что ли? Нет, Соло, если ты ищешь алюминий, то на турецкой земле тебе делать нечего. Я через тебя туда, кто? А у Лёши там есть алюминий? Есть. Лёша на города не удержу. Но я сомневаюсь, что он в том. О, алюминий! Я нашел его. Блин, надо этого на автомат поставить. Парни эту ходит еле-еле. Надо какие-то юниты построить, ой, купить в Сальвадор Дабайе, пока он не отвалился окончательно. Тут 2 хода осталось. Турок, по-моему, экспансия отменяется. По-моему, я вылечу. В смысле отменяется? Я уже подумал, я спать пойду. Появилась новая цель. Мне вот поставил аэродром. Нет, что с ним делать? Без алюминия. Летать на этих, на бипланах. Ну так это нефть надо... 44. Каперы. Так, торговец. Торговца тут купим. Ай-яй-яй-яй-яй, кто-то тырит деньги. Возвращаем влияние. Скидка. Ну, для меня сейчас уже скидка на апгрейд юнитов. Что я там собираюсь апгрейдить? Да ничего.
У меня фабрики построены. Даже куплены, я бы сказал. Я вижу только тут лидеров. Это Кри и Донал, которых дофига научил. А, и Трипхуан. А кто-нибудь может Валенсию? А это значит что? Что нужно всех остальных попилить на сырьевые эти, как колонии. Нет. Значит, первого в списке надо пилить. Я не знаю, ладно, против проголосовать. Просто я боюсь, что какой-нибудь бразилец за проголосует. И... Не знаю, может кто-нибудь там согласится против соло воевать. Куча военных кризисов повылезала. Откуда еще Филипп пытается договоры заключать? Шоу для Ленинград остался. Так, давайте артисту поможем. Вероломная Трипхуана. Это все вранье. Так, здесь у меня еще будет промышленная зона. Кстати, а где ее выгоднее ставить? Тут или тут? Наверное, все-таки тут. То пойдемте там организуем шахты. Я лабы сейчас просто куплю с таким количеством денег. Блин, Сальвадор Дебая таки отвалится сейчас. Ну не сейчас, следующим ходом. Какие-то нормальные юниты. Не могу мне Ресифе не подойти. Ну, ПТ-команда сейчас. Два хода купим ПТ-команду. Не, ну тут не поможет монумент, потому что минус 18. Если бы я его даже купил, он бы не помог. Шесть ходов, надо бы постараться в героические выйти. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут увидеть уже прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных она появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях.
а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!